Всем привет, с вами Тимофей. И я играю соло рандом с Жнеца. Первый раз практически. До этого я играл Я слышу их зов. пару раз, и было ужасно, мне не понравилось. Наверное, просто потому что я еще толком не умею. Или не умел тогда вообще ничего. Давным-давно. Посмотрим. А, да, я еще его силовым сделал в тот раз. Я думал, что основной его навык будет вот этой вот херней косить. Я думал. Естественно, я тогда ошибался. Так, вдоль у нас лес. Значит, наверху никого. Блин, я не понимаю. Какое-то разделение. Жизнь за жизнь, навстречу смерти. Оу-оу-оу. Заберу душу. Вперед! Солдаты вступали в бой. Так. Не надо бояться смерти. Посмотрим, что тут у нас как. Ко мне! Равноценный огонь. Жизнь за жизнь. Сегодня многие уйдут. Смерть не обман. Бедная лиса, мне ее жалко. Трудно сюда. Навстречу смерти. Равноценные. Я бы твою душу. Жизнь за жизнь. Я слышу их зов. Равноценные. Мертвые на защиту. Вперед. Прикол. Равноценные. Я бы твою душу навстречу смерти. Слышу их зов. Жизнь за жизнь. Лиса исчезает, сбивает плеть. Равноценные. Ясенько. Сегодня многие уйдут. Я бы твою душу. А что мне будет? Не надо бояться смерти. Интересное кино. Жизнь за жизнь. Время жатвы. Исчезло. Заберу. Равноценные. Сегодня многие уйдут. Жизнь за жизнь. Лучше сюда. Похиляем. Равноценные. Жизнь за жизнь, навстречу смерти, я бы твою душу скажу, равноценный, не надо бояться смерти, руки сюда. Давайте-ка восстановим немножко ХП, ой, в смысле ману, я хотел сказать. Да-да, притягивай меня, притягивай. Навстречу смерти. Армии на защиту! Рубеж защищен! Равноценный огонь! Я что, я лечу вражеского крипа, что ли?
Что за фигня? Слушай сюда. Жизнь за жизнь. Вперед. Вперед не обмать. Так, кого крипы бьют, не могу понять. О, жизней уже мало. Навстречу смерти. Спасибо. Мертвые на защиту. Равноценные. Не надо бояться смерти. Души сюда. Жизнь за жизнь. Соберу душу. Сегодня многие уйдут. Равноценные. Ко мне! Навстречу смерти. Так. Мертвые на защиту. Жизнь за жизнь. Вперед. Души сюда. Смерть не обмать. Рубеж защищен. Мертвые на защиту. Сегодня многие уйдут. Души сюда. Соберу душу. Равноценные мне. Я слышу их зов. Мертвые на защиту. Да почему на меня-то? Я не хотел на себя вешать. Смерть не обман. Да, все-таки мне немного непривычно. Жизнь за жизнь. Души сюда. Не надо бояться смерти. Соберу душу. Мертвые на защиту. Да, блин. Равноценные. Вперед. Смерть не обман. Тень, ну зачем ты так палишься? Жизнь за жизнь. Время жатвы. Ни хрена себе. Я не успел поставить на себя щит и включить призрачную форму, потому что контролили меня. Вот это я нубас. Слишком много, блин, кнопок, все не успеешь. Вот почему он мне тогда не нравился. Ну ладно, будем помнить теперь. Сегодня многие уйдут. Ой. Слушай сюда. Да, блин, я не хотел уже тебя лечить, да идти тебя. Ну, писец. Да блин, и тебя я не хотел... Ну, посмотрите, как я все путаю, ужас какой-то. Жизнь за жизнь. Мертвые на защиту. Я слышу их зов. Равноценные. Души сюда. Не надо бояться смерти. Жизнь за жизнь. Соберу душу. Мертвые на защиту. Вот моя сущность. Сегодня многие уйдут. Равноценные. Щит, спасите. Я слышу их зов. Воу-воу-воу-воу, отстаньте от меня. На защиту. Какой-то ужас прям. Знаю, только нажимать успеваю. Эх, с кого я сосу, то не с того. Души сюда. Жизнь за жизнь. Навстречу смерти. Пипец, какая неразбериха. Равноценные. Мертвые на защиту.
слышу и все. Жизнь за жизнь. Слушай сюда. Равноценный. Пипец, что творится. Сегодня многие уйдут. Жизнь за жизнь. Равноценные, я слышу их зов. Жизнь за жизнь. Блин, реально сложно. Мертвые на защиту. Равноценные, я... Жизнь за жизнь. Навстречу смерти. Я вообще не понимаю половину того, что происходит. Я просто не успеваю понять. Не надо бояться смерти. Нет, мертвы. Нужно сюда. Жизнь за жизнь. Время жатвы. Конец. Равноценные. Мертвые на защиту. Сегодня многие уйдут. Жизнь за жизнь. Я бы твою душу. Руки сюда. Равноценные. Я слышу все. Мертвые на защиту. Ну почему я не вылечил-то ее? Я же щит туда бросал. Наверное, слишком мало разума у меня. Я же в силу вначале делал. Скажу. А нет. Сегодня многие уйдут. Жизнь за жизнь. Равноценные. Руки сюда. Вот моя сущность. Вперед. О, я кого-то убил наконец. Жизнь за жизнь. Мертвые на защиту. Равноценные. Я слышу их зов. Руки сюда. Жизнь за жизнь. Время жатвы. О-о-о-о, застанили. Отстаньте от меня. Фу, с ума сбрендить можно. Защищен. Заберу душу. Мертвые на защиту. Не надо бояться смерти. Жизнь за жизнь. Равноценные. Навстречу смерти. Скажу, я бы твою душу. Жизнь за жизнь. Я слышу их зов. Мертвы на защиту. Нет, мертвы. Время жатвы. Равноценные. Не надо бояться смерти. Скажу. Жизнь за жизнь. Ох, чуть не сдох. Мертвые на защиту. Одноценные. Ребят, это просто писец. Писец какой-то, я не знаю, как это описать. Невозможно просто играть им. Сюда. Навстречу смерти. Нужно думать о том, как хилять, как спасать, как ману регать, как лечить, как воровать жизнь, как бить просто даже. Спасайся. Да бля, вот теперь я спас его, а сам сдохну.
Ну включай же щит-то, бля! Идти тебя еле нажал. Я слышу их зов. Каждый на защиту. Жизнь за жизнь. Знаете, где мертвые? Равноценные. Это не арма. Не надо бояться смерти. Жизнь за жизнь. Время жатвы. Жуть какая-то, блин. Охренеть можно, ребят. Это что-то, я не пойму даже, что это вообще что за игра нахрен. Охренеть просто. Ну давай дососи же, дососал. Охренеть. О, мамочки. Что за нахрен? Шестьдесят здоровья, 30 здоровья, 90 здоровья в секунду и 30 урона. О, блин. Да. Охеренететь просто. Я ману все истратил, как нуб. Ладно, к черту все. Это что-то невероятное. Сегодня многие уйдут. Время жатвы завернулось. Равноценные. Я слышу их зов. Блин, я жатвой пользоваться вообще не могу. Отстаньте от меня. Жизнь за жизнь. Сюда. Равноценные. А встреча смерти. Ай-яй-яй, отстаньте от меня. Жизнь за жизнь. Равные на защиту. Равноценные. Сюда. Жизнь за жизнь. Навстречу смерти. Жатвы на защиту. Время жатвы. Нет жатвы. Не надо бояться смерти. Равноценные. Умцы сюда. Ко мне. Жизнь за жизнь. Скажу. Жатвы на защиту. Я слышу их зов. Равноценные. Умцы сюда. Станьте от меня. Да блин. Идите меня. С ума сбрендить просто. Охренеть, люди. Защиту. Время жатвы.
Сегодня многие уйдут. Лучше сюда. Скажу. Равноценные. Жуть какая-то. А, включай щит. Бежим. Спасайся. Блин, убили. Я даже не успеваю следить, что там напарники мои делают. Это просто что-то невероятное. Мертвые на защиту. Сегодня многие уйдут. Ходи. Равноценные. Я, по-моему, один вообще нисколько не стоял на лайне. Я слышу их зов. Жизнь за жизнь. Вперед, равноценные. Жизнь за жизнь. Тут и сюда. Не надо бояться смерти. Время жатвы, а встречу смерти. Смерть не обман, равноценный обман. Охренеть просто, я ничего не понимаю, что творится. Я не успеваю понять вообще ничего. Я только делаю, что жму бесконечно на все подряд. Не надо бояться смерти. Да. Мертвые на защиту. Кого я лечу-то, блин? Я хочу лесу лечить. Навстречу смерти. Жизнь за жизнь. Скажу. Я да. Слышу их зов. Надо открыть суперразум. Может, это как-то улучшит игру мою. Куда ты, Дуль? Ты с ума что ли сбрендил? Не надо бояться смерти. Равноценные. Жизнь за жизнь. Сегодня многие уйдут. Короче, жнец это какой-то герой для троллинга. Он ставит щиты везде, где надо ульту, где хотят ульту враги бросить, и все. И творится что-то непонятное. Сегодня многие уйдут. Ну давайте кто-нибудь контроль какой-нибудь. Время жатвы равноценное. Оооо.
Включайся, щит. Пиздец какой-то. Я охренею просто, люди. А внизу клык несет башню. Я слышу их зов. Гарпии на защиту. Скажу, поди, равноценные мне. Познайте гнев мертвых. Вперед. Время жатвы. Жизнь за жизнь. Навстречу смерти. Равноценные. Так, клыка я как-то убил чудом. Я слышу их зов. С ума сбрендить. Все, все, все. Не ходите за ней. Жизнь за жизнь. Равноценные. Навстречу смерти. Заберу душу. Ох. Жизнь за жизнь. Время жатвы. Не надо бояться смерти. Сегодня многие убили, боец. Жизнь за жизнь. Руки сюда. Равноценные. Я скажу. Каждый на защиту. Время жатвы. Надо бояться смерти. Сюда. Жизнь за жизнь. Скажу. Вперед. Жатвы на защиту. Время жатвы. Равноценное. Заберу душу. Сегодня многие уйдут. Скажу. Руки сюда. Все там будет. Череда побед. Жизнь за жизнь. Я слышу зов. Мертвые на защиту. Вы собираетесь уходить из-под башен или нет, а?
Ой, с ума сбрендитесь. Да что это за герой такой? Ну просто невыносимо. Только сжать и сжать, сжать и сжать. Охренеть просто, блин. Я даже сказать ничего не успеваю, ни слова. Куда ты опять полез? Да блин, тебя дери! Тащит! С ума сбрендь! Время жатвы! Равноценные. Не надо бояться смерти. Да снесите же вы грёбаные башни, вы уже задолбали. Сейчас умру. Мамочки. Что же это за пиздец творится-то, а? Закусили такие. Да что же это за бой такой? Дуэлянт, ты уйдешь или нет? Я задолбался с тобой бегать. Бля. Охренеть просто. Бегите все оттуда. 10-3. Когда 10-3-то, ё-моё. Не успеваю видеть даже. Ох, блин. Ой, люди, не играйте за души, не. Это пиздец просто. Бегите. Бегите. Да. Теперь я точно заберу эту душу. Навстречу смерти. Жизнь за жизнь. Скажу, равноценные. Сегодня многие уйдут. Обед. Да, хорошо. Вообще-то давайте по низу пройдем. Я слышу их зов. Мощность. Чё мне предлагает? Ну давай. Вперед!
за жизнь, а встречу смерти. Смерть не одна. Вот моя смерть. Я слышу ее. Время жатвы. Не хотят долю бить? Давайте. Мне уже все равно. Я ничего не понимаю, писец какой-то творится. Сегодня многие уйдут. Равноценные огни. Так, я убежал. Слышу их зов. И куда же наш Дуль побежал? Жизнь, а вот он. Жизнь. Ух ты, как он часто ускоряется. Не, ну его нахрен. Возьму золотой пак, да и все. Мертвые на защиту! Равноценные. Не надо бояться смерти. Заберу душу. А он вон где. Сегодня многие уйдут. Навстречу смерти. Мастерский контроль. Череда побед. Так, что тут творится? Похоже, что-то не очень хорошее. Лиса под моей защитой, брысь отсюда. Да блин. Да неужели он может башни один нести? Да что такое? Он сейчас сдохнет там. Не надо бояться смерти. Давайте уже просто протащим и все. Жизнь за жизнь. Сегодня многие уйдут. Пожалуйста, пойдемте пронесем уже базу и закончим на этом. Время жатвы. Я уже задолбался. Мастерство от боя. Мертвые на защиту. Равноценные. Не надо бояться смерти. Жатвы. Лучше сюда. Заберу душу. Ты не зажив. Нет, моя верная спутница. Ладно. Значит, в одиночку я не могу пятерых убить. Пока еще. Так, надо бы глаз купить, но у него нет прайма, блин. Они под драком. Батюшки, у нас Дуль в одиночку драку убил. Но он псих вообще. Так, я на глаз накопил. Только не сдохните, пока меня нет. Так, теперь я знаю, что нельзя пить глаз, когда ты пешишься, так что... Я слышу их зон. Нас вы на защиту. Равноценные. Ко мне. Нет. Нет, мертвы. Время жатвы. Нет, не отмачивай.
Так, а, бля, дайте уйти. Меня чуть не убило. Давайте базу уже сломаем, а ну пожалуйста, я задолбался уже просто. О, господи, наконец-то. О, наконец-то это кончилось. Блин, пипец какой-то, охренеть, ЛМ. Ух ты, ёптать. 12-4. Ой, мне даже прям интересно детально посмотреть. Так, это что, это мои талантики, кому интересно. Типа в разум я переделал, хотя сила все равно осталась. Ой, на-на-на. Урона по героям 85 тысяч. Урона по героям 55 от лесы. 38 от тени. 46 от доля. 7600. Ну это хилка. Да. Короче, вот такой вот бой, блин. Всем спасибо, всем пока.